Любители и профессионалы фотодела 12 июля отмечают свой праздник. В преддверии Дня фотографа наша съемочная группа побывала в гостях у талантливого люберчанина, для которого фотография не профессия, а призвание. Обошла она у меня стран полтора десятка. Ни дня без кадра. Николай Токарев учился в 8 классе, когда старший брат купил фотоаппарат. Первые снимки братья проявляли и печатали в бане, как и положено, в полумраке. Красный фонарь был, сделали мы из почтового ящика. В общем, прорезали там, значит, такой паз, вставили красное стекло, и там в ящик лампу керосиновую. Ну, она немножко подсвечивала. Изображение, когда появляется впервые изображение в проявителе, да, я был просто, ну, это что такое, вообще фантастика. Вот на бумаге появляется, и вот все это... узнаваемо. Николай Григорьевич родился в небольшом селе в Татарстане. «Ты должен получить настоящую профессию», — повторяли ему родители. Парень не ослушался их и поступил в Казанский химико-технологический институт. Но и здесь свое увлечение не забросил, а наоборот, им увлек своих однокурсников. Нас было из группы много, и у всех были смены. Каждый, я говорю, ну, ребята, давайте мы сбросимся буквально по рублю. И купили увеличитель «Ленинград» очень хороший. После окончания института Токарев более 50 лет проработал конструктором на Московском вертолетном заводе имени Миля. В его рабочем портфолио 10 патентов на изобретение. Но все это – работа. Душевное удовлетворение ему приносили только фотоснимки. Человек получает несколько удовольствий. Первое удовольствие, когда ты снимаешь на пленку что-то там, надежда какая-то. Потом начинаешь пленку проявлять, снова какая-то надежда. Потом вроде что-то есть, снова какая-то надежда. Начинаешь печатать. Ну тут иногда надежды накрываются медным тазом. И такое случалось не раз. Однако мастерство любителя высоко оценили его коллеги, профессиональные фотографы. Токарев неоднократно участвовал в выставках всесоюзного и международного значения. На почетном месте диплом за подписью министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Однажды на работу Николая Григорьевича обратил внимание директор Люберецкого дворца культуры Юрий Диканский. И более 50 лет Токарев в свободное время работал фотографом в районном ДК. Вот приглашали вот таких вот, понимаешь ли, метров. И я общался. Вот с такими метрами я общался. Снимки Николая Токарева сложно отличить от работы профессионалов. Как фотограф, Николай Григорьевич мастерски видит картинку, знает, как построить композицию кадра. После нашей встречи фотохудожник стал собираться на очередную фотоохоту. Сегодня главным объектом для его съемки стал памятник истребителю МиГ-29. Фотографы тоже художники. Саврасов еще говорил своим ученикам, надо наблюдать, изучать, вокруг смотреть внимательно. Чтобы хорошо фотографировать, надо ходить на выставки живописи. Николай Токарев не расстается с фотоаппаратом более 70 лет. Счастье для Николая Григорьевича – заниматься любимым делом. Детское увлечение стало хобби длиной в жизнь. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.